Всем добрый день, ну хочу показать, как дальше работает, ну и происходит майнинг. Вот сейчас у меня уже почти месяц занимаюсь майнинг на двух ESP-шках, так как у каждой ESP-шки свое ядро, соответственно, каждая ESP-шка майнит на два ядра всего 40 килохэшей идет, а в общем где-то получается больше 80. Кстати, баланс уже подрос, у меня уже более доллара, да, то есть какой, ну, по внутренней бирже. Ну, а так, в принципе, сейчас монетка, вот он показывает баланс 838 монет, так сам бот обменивает, типа продает 100 монет за 55 рублей, покупает, получается 100 монет за 20 рублей. То есть, ну, и даже если быстренько от них избавиться на 160 рублей, то есть по факту на 2 доллара. То есть, если посмотреть эту, то мы не увидим. Тут есть еще информация по статистике, получается, сети, сколько у нас идет соединений, сколько у нас идет майнингов, сколько валюты майнится. Ну, плюс сейчас хочу сказать, что сейчас активное число коннектов упало. Раньше было, видео снимал, было 3500, то есть майнинг немного подупал к этой валюте, к этой крипте, и поэтому тут стало попроще. Также есть вот обменник еще, тут еще до конца не доделали, да, то есть он вот рабочий, то есть есть какие-то еще валюты, которые можно использовать. Пока, к сожалению, вот тут можно поменять их и вбить адрес. Соответственно, поменять монетки можно и так сделать. Это уже, кстати, заработало, уже клевая вещь. Ну, в принципе, можно, кстати, майнить и как на обычном компьютере, так и на других устройствах. Ардуинка я показывал, как майнить. Но вопрос вообще такой. Хочу сразу сказать, майнить на компьютере эту крипту невыгодно. У меня ESP-шка получает награду за майнинг и за свои мощности гораздо больше, чем получает компьютер. Но есть, кстати, один секретик, который могу сказать. Вы просто берете и на своем, например, там ноутбуке или там компьютере, ПКшке, запускаете просто майнер 20 раз. И вот тогда у вас нормальная награда получается. Я открывал, запускал майнер. Раз 10 открывал, получается, запускал. И по 4 ядра максимум запускал. То есть получается 40 процессов одновременно на полную мощность. Комп начал виснуть просто пипец. Но зато майнинг монет очень хорошо получился. Ну, вот такая вот валюта. Еще посмотрим, кстати, что еще сделают. Доделают, пока сервисов и немало. Перспективы роста тоже пока мало. Но, в принципе, как поиграться и показать общие принципы роста тоже можно. Это все-таки альтернативные деньги, альтернативные миссии. Тоже интересно, как она будет развиваться. Пока сидим, играемся, смотрим дальше. Хочу поблагодарить всех за внимание. Всем удачи, до свидания.